Праздничные мероприятия, посвященные Дню Матери, прошли также в детских садах и школах. Наша съемочная группа побывала на одном из концертов, который состоялся в 7-й. В праздничной программе приняли участие ребята с 1 по 7 классы. На праздник они пригласили родителей. Некоторые из них участвовали в концертной программе. Мамы наши милые, мамочки и мамули, у кого-то молодые, у кого уже бабули. Так как хочется обнять вас, ведь вы у нас одни. Дети на концерте представили песни, танцы и стихи, посвящая все свои выступления матерям. В завершении праздника ребята признались в любви своим мамам. Мамочка, я тебя очень сильно люблю. Я тебя люблю, мамочка, уважаю и обожаю.